решил сесть за руль. Серьезно? Да. Я обожаю, когда ты доминируешь за закрытыми дверьми. Но мне кажется, что на публике мне нужно стремиться к роли мачо. Ну, ты для меня и так мачо. Но я рада, что не буду постоянно сидеть за рулем. Тогда решено. Когда начнешь? Как только научишь. Я? Ты правда думаешь, это хорошая затея? Идеальная. Я рассказываю. Обычно я сам устраиваю тесты, но сегодня я их прохожу. Не разговаривать. А такое я обычно говорю студентам. Что? Как успехи? Не могу говорить. Запрещено разговаривать. Не разговаривать. Простите. Так, зеркала заднего вида. Готово. Левый поворотник. Правый поворотник. Ногу на тормоз. Переключаю передачу. Машину-то сначала надо завести. А, ну да. Прости, я немного нервничаю. И ты не один. И? Поехали. Невероятно. Получается. Желтый свет! Желтый свет! Ничего, проезжай. Но на желтый надо притормозить. Нельзя тормозить на перекрестке. Ты уверена? Да, жми на газ. Боже, боже мой. Мне очень жаль. Да ничего, все нормально. Никто же не пострадал. Я так не могу, Кони. Еще как можешь. Мы только начали. Я не справляюсь со всей этой информацией. Ну, всего-то был желтый свет. Дело не только в нем. Там были другие машины, пешеходы, парень на велосипеде. И что? Слишком много случайных элементов. У меня голова кругом. Ладно. Успокойся. Ну, Джон, как прошло первое занятие по вождению? Напряженно. Был момент, когда я подъехал к перекрестку. Горел зеленый, но в последний момент он сменился желтым. Я не знал, что мне делать. Ехать дальше, остановиться. Рядом были другие машины. Кони на меня кричала, в глаза солнце светило. И что же было дальше? Я как-то сумел проехать перекресток, включил поворотник и медленно остановился у обочины. Вот как нужно рассказывать страшилки.